Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это прямой эфир. С вами Ирина Кузина. А сегодня у нас в студии главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения Тверской области Александр Сергеевич Раздорский. Мы продолжаем тему прививка от ковид. Что нужно знать жителям Тверской области о вакцинации? Я благодарю вас за то, что вы, Александр Сергеевич, снова нашли время для того, чтобы рассказать об этой важной миссии, которую сейчас совершает и правительство Тверской области, и все медики подключены к этому процессу. Ну что же, вот сколько на сегодняшний день уже привито жителей Тверской области? Вообще, как вы оцениваете ситуацию по вакцинации Верхневолжья? Да, здравствуйте. На сегодняшний день вакцинация в Тверской области против коронавирусной инфекции продолжается. И динамика по сравнению с нашими соседями, по сравнению с другими субъектами Центрального федерального округа оценивается как выше среднего. То есть мы достаточно неплохими темпами проводим вакцинацию населения Верхневолжья против коронавирусной инфекции. И по состоянию на начало марта в Тверской области привито уже более 51 тысячи человек. При этом практически 53% составляют те, кто получил оба компонента вакцины, то есть завершил полный цикл вакцинации и может считать себя защищенным от этой опасной инфекционной болезни. Как вы думаете, а в чем причина таких темпов высоких? Причина таких темпов заключается в первую очередь в необходимости обеспечения массовой вакцинации и ее проведения в кратчайшие сроки. Президентом Российской Федерации и правительством Тверской области поставлена задача вакцинировать не менее 60% подлежащего взрослого населения. Это необходимо для того, чтобы как можно быстрее прекратить распространение коронавирусной инфекции, чтобы победить эпидемию этой инфекционной болезни, которая причинила столько ущерба и здоровью граждан, и экономике, и региона, и страны в целом. Поэтому на сегодняшний день вакцинация от ковида является приоритетной задачей всего государства и нашего региона в частности. У Министерства здравоохранения Тверской области брошены все силы для того, чтобы осуществить поставленные задачи. Вот как можно записаться в Твери на прививку? Потом мы перейдем уже к муниципалитетам. В Тверской области функционирует несколько прививочных кабинетов. В первую очередь это прививочные кабинеты на базе городских клинических больниц, областной клинической больницы. Также функционируют прививочные кабинеты в Центре специализированных видов медицинской помощи имени Аваева и в областном клиническом лечебно-реабилитационном центре. Основной путь, по которому можно записаться на вакцинацию против коронавирусной инфекции, является портал государственных услуг, зайдя в личный кабинет, на котором можно осуществить запись в любое из медицинских учреждений, которые находятся на территории Твери или нашего региона. Выбрать удобное время и день, соответственно, для того, чтобы прийти на вакцинацию. То есть, если провести все вот эти вот манипуляции, осуществить шаги, можно выбрать день, час, когда нас с вами будут уже ждать в прививочном кабинете для того, чтобы провести осмотр врача с последующей уже вакцинацией. Кроме портала государственных услуг действует единый номер телефона 122, по которому можно не только записаться, но и получить ответы на все интересующие вопросы, касающиеся вакцинации, касающиеся того, кому вакцинация показана, какие имеются противопоказания и как записаться на вакцинацию в учреждении здравоохранения, если вдруг возникают какие-либо проблемы в работе портала госуслуг. Александр Сергеевич, сейчас активно работают выездные прививочные бригады. Какие специалисты выезжают в муниципалитеты, из каких больниц и каким образом они работают? На сегодняшний день в Тверской области функционирует 13 выездных прививочных бригад, которые комплектуются специалистами тех учреждений, на базе которых они созданы. Эти прививочные бригады функционируют по географическому принципу, то есть обеспечивают проведение вакцинации в населенных пунктах и муниципальных образованиях, в которых не функционируют прививочные кабинеты стационарно. Таким образом,
учитывая особенности транспортировки и хранения вакцины, мы обеспечиваем максимальный охват населенных пунктов, учреждений вакцинации за счет выездных прививочных бригад. Это может быть ЦРБ, к примеру, Пеновского района или Фировского района. Это может быть дом-интернат для престарелых или психоневрологический интернат, куда выезжает прививочная бригада, чтобы единовременно обеспечить вакцинацию проживающих и персонала. Такая работа проводится, уже проведена ее большая часть, и мы с уверенностью можем говорить о том, что, в частности, учреждения социальной защиты у нас защищены в достаточной степени от распространения коронавирусной инфекции. О поставках препарата «Спутник ВВ» в Тверскую область расскажите, каким образом осуществляется? Вакцина в Тверскую область поступает в соответствии с распределением Министерства здравоохранения Российской Федерации. Поставки осуществляет единый поставщик. Это компания «Иммунотехнологии», которая доставляет вакцину в наш регион. Вакцина, как я уже сказал, требует определенных условий транспортировки и хранения. Это при температуре минус 18 градусов и ниже. И можно сказать, что сегодня созданы все условия, все логистические моменты соблюдены для того, чтобы в Тверской области не создавалось дефицита вакцин. На сегодняшний день мы имеем запас более 14 тысяч доз вакцины и ожидаем в ближайшее время новых поставок этого препарата. Мы получаем вакцину «Гамковитвак», она же «Спутник Ви». Это на сегодняшний день вакцина, можно сказать, номер один в Российской Федерации, и все больше стран ее признают ежедневно и готовы к использованию на своих территориях именно для профилактики ковида своих жителей. Мы же, в свою очередь, говорим о том, что этот препарат эффективен, безопасен, уже привито более 50 тысяч человек, и препарат показал свою безопасность не просто на словах, а на деле. Скажите, нужно ли перед прививкой посещать специалиста какого-то, если у тебя есть хронические заболевания, или, например, сдавать анализ на антитела? Что касается необходимости обследования на антитела, то она отсутствует. То есть нет обязательных требований, чтобы перед вакцинацией человек прошел обследование на антитела. Я бы сказал даже больше, что желание пройти обследование на антитела, оно приводит к затягиванию процесса вакцинации, к затягиванию формирования иммунитета, что неизбежно создает риск инфицироваться и заболеть коронавирусом. Несмотря на то, что мы сейчас живем в условиях снижения заболеваемости и ежедневно мы фиксируем минимум по вновь выявленным случаем коронавирусной инфекции по сравнению с показателями октября-ноября 2020 года. Но все равно риск заболеть и риск распространения инфекции, он сохраняется. Поэтому чем быстрее человек привьется, тем риск заболеть будет существенно ниже. И даже 2 недели промедления они могут быть чреваты. А вот что касается хронических заболеваний, у кого есть они? Что касается хронических заболеваний, то в соответствии с инструкцией к препарату все люди, у которых имеются хронические заболевания, должны вакцинироваться при условии, что их состояние хронические являются компенсированными, не находятся в стадии обострения. Кроме того, те граждане, которые страдают хроническими заболеваниями, будь то эндокринной системы, дыхательной или сердечно-сосудистой системы, так или иначе проходят обследование, проходят диспансерное наблюдение и знают о своем состоянии, о том, насколько это состояние острое или находится в стадии ремиссии. Но, тем не менее, проконсультироваться со своим лечащим врачом будет не лишним. Кроме того, если даже человек не успел проконсультироваться со своим врачом и желает привиться, то перед вакцинацией в обязательном порядке проводится осмотр врача, который проводит и термометрию, измеряет давление, сатурацию, проводит опрос жалоб и осмотр пациента с целью выявления каких-либо состояний, которые могут так или иначе
навредить гражданину. И если такие случаи есть, да, мы просто-напросто предлагаем отложить вакцинацию на период, скажем так, 1 неделя, 2 недели до того момента, пока острые состояния не перейдут в стадию ремиссии. Если есть острые инфекционные заболевания, к примеру, ОРВИ, проявление насморка или небольшой подъем температуры, то также это все выявляется на этапе осмотра перед вакцинацией и предлагают отложить прививку до выздоровления. Каким категориям граждан противопоказана прививка от новой коронавирусной инфекции? В соответствии с инструкцией к препарату гамковид-вак или спутник ВИ, противопоказаний не так много. Абсолютным противопоказанием является непереносимость вакцины или компонентов вакцины, которые входят в ее состав, или аналогичных компонентов, которые входят в состав других вакцин. То есть этот факт выявляется именно в ходе осмотра и опроса пациента. Также к противопоказаниям относятся период беременности и грудного вскармливания. Мы в этих случаях не проводим вакцинацию. Остальные состояния можно отнести к временным медицинским отводам, временным противопоказаниям. Это, конечно, различного рода острые респираторные заболевания, в том числе и вирусные. Мы рекомендуем дождаться выздоровления и привиться. Также сюда относятся и кишечные заболевания острые, но при этом следует отметить, что в соответствии с инструкцией, опять же, вакцинация уже возможна после нормализации температуры. То есть как только температура нормализовалась, уже можно вакцинироваться без какого-либо вреда для здоровья. Также мы обязательно смотрим на, как я уже сказал, хронические состояния. Угу. Если это аутоиммунные или онкологические заболевания, а инструкция предписывает проводить вакцинацию таким гражданам тоже, но с особой осторожностью. То есть к таким людям более пристальное внимание. И если врач на осмотре сомневается, он порекомендует обратиться к своему лечащему врачу, к иммунологу-аллергологу, либо к врачу-онкологу, либо к терапевту по месту жительства, если это заболевание, связанное с поражением сердечно-сосудистой или дыхательной системы. То есть в любом случае человек, который имеет какие-либо угрозы здоровью, до вакцинации допущен не будет. Но таких случаев на самом деле не так много. Они есть, но их немного. Вот смотрите, значит, вакцинация проходит в 2 этапа. Допустим, если первый раз сделали первый компонент, человек себя хорошо чувствовал, но за 2 недели может произойти всякое. Вот стоит ли второй компонент делать и при каких условиях? Второй компонент нужно делать в любом случае, потому что вакцинация считается завершенной, и сертификат будет выдан, именно электронный только сертификат, если, да? Который выдается на госуслугах, да, только если выполнены оба компонента вакцины. При этом бывают состояния, когда человек между введением первого и второго компонента может заболеть. Все-таки да, 21 может день. Быть. Такие ситуации случаются. Поэтому в соответствии с рекомендациями и производителя вакцины, и Минздрава России, и профильных научно-исследовательских организаций, которые курируют этот процесс и оказывают методическую помощь, вакцинация вторым компонентом проводится в кратчайшие сроки после выздоровления. То есть в любом случае нужно обратиться в медицинскую организацию, где человек получал первый компонент. Нужно сказать о своем состоянии, и врач, который примет этот вызов, спланирует, когда вводить второй компонент и пригласит такого гражданина к себе на вакцинацию вторым компонентом. Даже если дата не будет даже немножко... если дата несколько будет превышать установленный регламентом срок. Это не страшно. Это допускается. Угу. Это допускается, да. Тем более, что иммунитет наш так устроен, что, получив первый компонент, он уже получает информацию о том возбудителе, против которого нужно выработать иммунитет. И, соответственно, даже если мы вводим вторую прививку
через 3-4, там, 5 дней иммунитет наш будет усилен именно второй прививкой, иммунный ответ будет более выраженным, нежели человек получит только один компонент вакцины. В случае, если, к примеру, человек после первого компонента заболевает коронавирусной инфекцией, такое тоже может быть, потому что мы рекомендуем на протяжении всего периода вакцинации соблюдать масочный режим и все те профилактические меры, которые действуют, это гигиена рук, социальная дистанция. Но может быть такое, что человек заболеет. А в таком вот случае вторая вакцинация, она не проводится, потому что человек уже заболел и получит помимо поствакцинального иммунитета еще и постинфекционный иммунитет. После вакцины различные проявления есть, и повышенная температура, и слабость, и так далее. Вот что нужно в этот момент делать? Обратиться к своему лечащему врачу, переждать какой-то период времени, выпить определенные препараты. Как себя вести? Те поствакцинальные реакции, которые возникают, они напоминают гриппоподобный синдром. Это и подъем температуры, и слабости, мышечные боли могут быть, легкое головокружение, отмечают многие. Эти все состояния не требуют какого-либо специфического лечения и проходят самостоятельно в течение первых 2-3 суток. Соответственно, если эти состояния причиняют достаточно дискомфорт, то в любом случае можно обратиться либо в организацию медицинскую, где проводилась вакцинация, либо в поликлинику по месту жительства, вызвать врача для того, чтобы врач осмотрел на предмет возможного возникновения инфекционного заболевания, которое могло наложиться на период вакцинации. То есть в такой ситуации нужно пристально наблюдать за собой. Но если эти состояния вызваны именно введением вакцины, являются поствакцинальными реакциями, то не требуют они какого-либо специфического лечения. Я еще хотела бы спросить, вот иногда задают такой вопрос. Прививку сделали, но почему нету антител? Да, и эта ситуация обсуждалась на уровне Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии. Эксперты говорили о том, что иммунная система человека, она достаточно индивидуальна, и у одного человека может отличаться иммунный ответ по скорости, по выраженности от другого. Мы все индивидуальны, поэтому шаблонно оценивать всех невозможно. У кого-то иммунный ответ формируется к 42-му дню, и таких большинство. Но есть и те, у кого иммунный ответ запаздывает, и выработка антител, вирус-нейтрализующих, защитных, которые мы определяем методом иммуноферментного анализа в лаборатории, он также может запаздывать. Но это не означает отсутствие иммунитета, потому что иммунитет обусловлен не только наличием антител, но еще и клеточным звеном, специфическими клетками, которые своевременно могут вирус распознать и непосредственно воздействовать на него прямым образом, не допуская заражения. Поэтому не нужно стремиться после вакцинации идти в лабораторию для того, чтобы оценить уровень антител, потому что иммунитет не определяется только лишь их наличием. У нас много зрителей, которые сверхчувствительно относятся к различным новостям, в том числе и фейковым. Они появляются в интернете в основном, их трудно отследить, они все равно есть. Вот что вы можете сказать по этому поводу? К сожалению, фейковых новостей достаточно много, таких, я бы сказал, даже лживых новостей, которые своей целью ставят подорвать престиж, авторитет, а самое главное, необходимость и целесообразность вакцинации. Как правило, они связаны с якобы пагубным влиянием вакцины, с ее недостаточностью, изученностью. И, как правило, большинство таких новостей поступает из-за рубежа. Мы видим примеры таких новостей из стран Европы, когда после вакцинации кому-то стало плохо или какие-то последствия тяжкие вакцинация повлекла. Но, как правило, это касается западных вакцин. Тех вакцин, которые на территории Российской Федерации не применяются. В России же из
использование вакцин в рамках фармаконадзора отслеживается компетентными органами. Это и Минздрав России и Тверской области в частности. Это и Росздравнадзор, и Роспотребнадзор. Существует целая система, которая каждую поствакцинальную реакцию, а уж тем более каждое поствакцинальное осложнение, отслеживают. В индивидуальном порядке все эти случаи разбираются на иммунологических комиссиях и дается заключение с последующим направлением в центральный аппарат Минздрава или Росздравнадзора с полным описанием каждого случая и заключением, является ли та или иная ситуация последствием вакцинации. Могу сказать, что на сегодняшний день в Тверской области таких тяжелых случаев не зарегистрировано. Да, у нас были поствакцинальные реакции, но они ни в коем случае не были связаны с введением вакцины. Потому что все мы люди, мы живем, мы общаемся и так или иначе подвержены риску заболеть не обязательно коронавирусной инфекцией, любой другой инфекцией, которая может привести и к подъему температуры, и к какого-либо рода другим проявлениям. Но важно дифференцировать, связано это с вакцинацией или нет. И для того, чтобы своевременно отслеживать все эти случаи, необходимо гражданам своевременно обращаться за медицинской помощью или, как минимум, за информацией в то медучреждение, которое осуществляло вакцинацию. Очень внимательно относиться к своему здоровью. Конечно. К сожалению, время нашей программы подошло к концу, но я хотела бы, чтобы вы еще раз напомнили номер телефона, по которому можно узнать все о коронавирусной инфекции, о вакцинации в Тверской области и сказать несколько слов всем жителям Тверской области, которые еще не сделали себе вакцину. Для того, чтобы записаться на вакцинацию или получить информацию о вакцине, необходимо позвонить по единому номеру телефона 122, который функционирует круглосуточно в режиме 24/7. Также записаться на вакцинацию можно через единый портал государственных услуг. Кроме того, функционал портала госуслуг позволяет обеспечить по принципу обратной связи передачу или получение информации от граждан, которые не смогли, к примеру, записаться на вакцинацию или записались на вакцинацию, сделали прививку, но не получили электронный сертификат. То есть функционал портала госуслуг позволяет это сделать. А что касается обращение к гражданам по поводу вакцинации, я хочу сказать, что сегодня вакцинация является единственным эффективным способом профилактики коронавирусной инфекции. Способом, который позволяет сохранить человеческие жизни. Способом профилактики, который призван в кратчайшие сроки победить эту инфекционную болезнь без ущерба для здоровья граждан. Почему? Потому что сама болезнь гораздо страшнее любых других возможных болезней, похожих на нее, либо вакцинации как таковой. Поэтому прививку нужно сделать как можно быстрее, не откладывая на неделю, на две недели в ожидании результата обследования на антитела, либо ожидая альтернативную вакцину. Вакцинироваться нужно уже сегодня. Только эта мера позволит нам в кратчайшие сроки победить эпидемию коронавирусной инфекции. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам в студию и рассказали о вакцинации на сегодняшний день в Тверской области. Спасибо вам. Спасибо. Это была программа «Прямой эфир». До свидания.